Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Нил Лапса. Мы продолжаем проходить метро Last Light. Так, я уже даже не помню, на чем мы остановились. Слушай, кстати, магазин. Все, я понял, это у нас этот, мастерская Стима. Так, вот, перед прохождением всем приятного аппетита. Кто будет там, не знаю, смотреть это в записи на ютубчике. Вот, ну а мы погнали. Что у нас там, его последнее? Отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. Угу. По крайней мере, мельник узнает, что я жив. Что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Хорошо. Сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Точно, да. Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Угу. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Хорошо. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Аля какая. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли. И теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Ужас. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Ну и мы строим. Да. Построили, точнее. Из построили? Деталей, что беженцы с моста тащат. Да ладно. Вот, полюбуйся. Давай, показывай. Мне прям интересно. Красавица, а? Аля какая. Они даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Вообще. Слушай, огонь. Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбата. Так что бери. Чё, даришь? Залезай. Подожди, да я сфоткаю-то такую красавицу. О! Залезай, не стесняйся. Все, все, залезаю. Единственное, что надо посмотреть. Да подожди. Не бойся, не сломай. Подожди. Я ж не сломаю, блин, я не такой тяжелый. Все, ладно, погнали. Где там? Ушко. Все, погнали. Попробуй завести. Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Да. Пауков с ней можешь не бояться. Угу. А в дальних туннелях их полно. Ну, блин, опять пауки. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Ненавижу пауков. А, и тут как бы сразу, да, тут? Мухи. Нажмите У, чтобы выйти из дрезина. Подожди. Давай выйдем. Как бы, да. Торопиться нам некуда. Угу, а вот и пауки. Слушай, сейчас как даже попроще стало, что ли? Блин. Я не знаю, может, пока рано говорить об этом, но хрен знает. Так, я не понял, а что за звуки? От дрезины, хочешь сказать, такой звук? Угу. Ну, хорошо. Дурать. Опа. Аля, один там уже есть. Хрен знает кто. Так, поехали. Потихонечку, помаленечку так доберемся. Я как бы, да, сейчас буду пытаться осматривать большую часть мест, по крайней мере, именно пытаться. Как бы, что уже выйдет, там посмотрим. Слушай, по мне легче стало, вот вообще.
как у меня была эта фобия пауков, так, блин, она и осталась. Подожди. Угу. Все, спокойно. Так, сжигаем все. Нам тут паутина не нужна. Угу. Спокойно. Да хрена их тут как-то. Блин. Ну все, хорош, подыхай уже. Так. И в другую сторону. А, то есть они прямо вот отсюда, да, вылупляются? Я понял. Обычно оттуда мелкие выходили. Как бы поэтому... Да, удивлен. Идет. Все, да. До свидания. Так, еще один. Ага, ползет. Ползет, пакость. Ну, привет. Да, в смысле? В пузо же попал. Еще ползет. Такой шустрый, слышь? Так, спокойно. Ползает. Блин, опасно. Угу. Ползет. Да в смысле, слышь? Эй, фонарик еще уже не боимся? Или что? Так, еще есть. Окей. Ага. Вылазь. Да в смысле, слышь? Давай назад, говорю. А чё бесстрашные такие, я чё-то не понял. Так. По-моему, пауки уже начинают наглеть. Еще один. Так, подожди, туда идти опасно пока. Понять не могу, слева где-то слышу. Понять где не могу. Мелкие. О, лезет. Да в смысле не убил? На всякий случай.
Так, это мы уже по кругу пошли. Угу. Все равно где-то ползают. Так, ну погнали внутрь. Слушай, аж голова заболела. Жесть. Так. Подожди. Нет, это громкий. Не-не-не-не. Спасибо, конечно. Хорошее оружие, но нет. Да я, в принципе, такой же могу даже сделать, да, по-моему? Так, патрончики. Рубильник. И сейчас все эти пауки сбегут нахрен отсюда. Здрасте, минус один. Так, тут у нас больше ничего нету. Нету. Так, тут тоже нету. Угу, хорошо. Так, ну тут теперь, по идее, безопасно. Угу. Ползает еще один. Так, ну, поехали дальше. Подожди-ка. Да, попробуем. Не знаю. Получится, нет, что-то тут сделать. Ну ладно, поехали тогда дальше. Так, сзади еще кто-то. Странно. Хорошо. Идет, идет, идет. Ползут гада. Так. Давай посмотрим. Вообще можно заходить, нет? Усюка. Идут, идут. Они там ползают. Гады. Нравится мне это место. Ой, не нравится, слушай. Так. Блин, ну у меня сейчас почти самое хорошее снаряжение. Вот коллаж бы, да, еще. Улучшить с прицельчиком. Наверное, нет, не буду менять. Пока этого достаточно. Тебе нормально вообще? Ползает вот тут. Спокойно. Не надо меня тут шугать. Так, погоди. Вот это надо. Эй. А, фильтр пустой, понял. Окей. Так, туда мне не попасть, да? Да. Хорошо. Погнали дальше.
Да ты что? Все такие беспалевные. Как я дальше? Ну все, приехали. Так. Угу. Сейчас, подожди. Получается, к этому рубильнику? Да. Окей. Давай сейчас осмотримся тогда тут. Опять пауки. Еп, твою богдушу. Ой, не есть гуд. Ой, не есть гуд. Ой, не есть гуд. Жесть. Слушай, что-то туманчик мне тут не нравится. Ну-ка. Типа какой-то бойлерный, что ли? Полезут. Слушай, походу тут надо будет. Хотя, в принципе, ладно. Ну давай на пузо. Минус. Еще двое. Слышь. Один. Еще один. Ненавижу пауков. Угу. Так, стоять. Да в смысле? Ты нормально вообще себя чувствуешь? Дурачок, блин. Так. Угу. Подожди. Неплохие у них тут хорома. Что такое, дружище? Сэ, да? Бобо? Понятно. Так. Есть безопасное место, хорошо. А, то есть вот тут, а я не ползали.
Слушай, я даже не успеваю их выловить. Подожди. Пока-пока, ребят. Минус пауки. Ну как бы, ой, да. А вы что думали, будете вечно тут бегать, что ли? Хотя нет, смотри, еще есть. Двое. Два брата акробата, блин. Стой, сука. Переворачивайся. Минус один. Второй туда же давай. Да попал же. Еще один. Ползает, ползает, ползает. Пофиг, забили. Может, все-таки приползет. Ну давай. Один. Ой-ой. Короче, ладно. Слышь? Эй. Слушай, мы сейчас реально так час просто просидим тут на одном месте, поэтому погнали. Дверку открываем и поехали. Я понял. Ой, нехороший звук. Подожди, что там красное такое большое? Попал. Вагоны сейчас осмотрим и поем дальше. Благо, тут пауков уже нет. Взрывчатка. Понятно. Так. Давай сейчас свет накачаем. Угу. Если будет что-то интересное, остановимся, так? Ага. Ну. Просто так останавливаться я тут не вижу смысла. Ибо они просто-напросто сожрут. Так, что-то хорошее. Ага. Очень хорошее.
Надеюсь, тут не будет библиотекаря. Пожалуйста, не надо. Ибо это реально, типа, минус под все патроны. Если что только есть. Наверху. Окей. Так, хочешь сказать, это просто кабинет тут? Ага. Просто так, да. Так, дробовичок. Обычный дробовичок нам не нужен. Окей, поехали дальше. Ну, пройди ты. Не стреляем, и получается только по черным. Так. Фига себе тут. Махина. Так. Серьезно? Понятно. Я тебя услышал. Давай обратно. Блин, не помню, как противогаз менять. Точнее, фильтр. А, Т-шка. Все. Нормально. Подожди, толкать нужно? Походу, реально толкать нужно, окей. Давай, 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 давай. Бегут, бегут. Ага. О-о-о, сука, сейчас по щам, да, получу. Угу. Там можно, в принципе, и калашом поработать. Так, вот тут давай слезем. Осмотримся. Угу. Я тебя услышал. Так. Подожди, не то. Фонарик. Угу. Отлично. Тень. Блин, слушай, подожди. Насколько я помню, тень надо обходить. Еще с первой частью. А, нет, слушай, подожди. Их же можно выжигать, нет? Светом. Все-таки дотронулся.
походу, до тени до какой-то дотронулся. Ну, пипец. Ну, все, все, спокойно. Глены. Блин, не получилось. Обидно. Так, только дизельмысленную, серьезно. И двух аптечек. О, черт. Обидно. Даня. Калаш. Угу. Как я дальше? Допустим. Да ты дурачок, что ли, выстрелил, Жей? Спокойно. Живем. Аптечки дайте. Новая заметка, супер. Патроны. Такое себе. Наконечники. Все, погнали обратно. Ку-ку. Да в смысле? Чтоб тебя патрон нужно садить. Допустим. По идее уже немного осталось. Так, подожди. Двигатель, подожди. Вот тут вот разве ничего не было?
Не, ничего нет, нормально. А вот тут? Тоже ничего. Хорошо. Так, это дальше. Ну давай со всей скоростью, хорошо. Ну, относительно всей. Вот такой вот разгончик. А, подожди, там вон. Да, вижу. Все, это я слепой. Угу. Да. Блин, не успею я посмотреть. Там что-то было, какой-то ящик. Неплохо. Вот и покатались. Группа Павла двигается на Третьяковскую. Она же Венеция. С опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому... Блин, ща. Группа Павла двигается на Третьяковскую. Она же Венеция. С опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Понял. Так, тут у нас сразу же есть маска. Не побитая. Нет, побитая. Обидно. Говоришь, догнать, да, надо? Ну, давай догонять. Так. Смотри-ка, могу еще проехать. Давай, дрезинка, тащи. Ты сможешь, ну? Ах ты, сука! Чё? Стой, кто идет! Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Ну, без проблем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас. Если что, не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад Понял. Тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ну как бы, да. Я вижу, человек бывалый. Выручь, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Ну да. Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? Так, стрельба тюнинг. Какая была? Стрельба. Подожди, прицел. Тихо. А вдруг отбили? X2, а да? Чего? А тут у меня был не идут тогда. Обычный. Но придут еще. Подождем. Так, не знаю, скорость пуль. А как вы думаете, они всех убили? Может, это скорость, я понял. Может и всех. А может рукоятка. И куда уж хуже. Понял. Там ведь и женщины были. Подожди, не подожди, знаешь подожди. Яша жизни. Эх, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны.
Так, рукоятка. Так что, пойдем наших выручать? 40 что патронов, мы там да. Вдвоем. Мы их там прижали, глушак, ага. И возьмем бандитов в оборот. Прицел. Ну давай собираться тогда. ПНВ, да, так. Баб с детишками, кто охранять будет? Довоенный прицел ночного видения позволяет уверенно поражать цель в условиях недостаточного освещения. Вояк, как мы стоим. Ага. Хорошо. Зачем? Зачем ты меня потащил, Калаш? Послушал Андрея, ага. Кузнеца этого. Безопасно, тюнинг. Все готово. Да хорош ныть, ну серьезно. Ты меня потащил. А теперь нам всем крышка. Из-за тебя и кузнеца твоего. А, господи. Думаешь, так, давай вот это возьмем. Да, прицел. А ты на него дура. Вывез как же. Бандитам в руки вывез. Откуда ему снять бандита, глушак? Нет. Была? Должен был знать, раз обещал. Агибисты. Обмен. Нет. А толку? Ну все, хватит тогда. Я пока никуда не дену. Блин, нет, давай. Подожди. Ты вот, Яша, скажи, чего бежать-то надумал? Так мобилизация. Да кто тебя такого богатыря взял бы? Это раньше не брали. А теперь повестка пришла. 8 патронов. Ты подходи еще. Мать говорит, ну, в принципе, неплохо. Пристроила меня в караван этот. И видно зря. Ну, твое дело молодое. Устроишься, если доберемся куда. Блин, ну хрен знает, ладно. 20 лет отслужил. 20. Пофиг, давай пока с этим побегаем. В день 100 грамм грибов и патронов. А милостыню просить не дают. Говорят, позорю родину. Вот и думай, предатели подумки. Решил предать. Так, а что мне нужно сделать, типа, чтобы им помочь? Просто проехать, помочь, типа, и все? Надо с ним разговаривать там. Еще что-нибудь. Ну-ка, мужик. Пойдем, нет? Опа. Патроны. Да? Так что я теперь ученая. Решил, дрожи картечью в пузо. Ни один бандит рад не будет. Да. Покупай. Нелегко вам там на крайних станциях. Многовато набираешь. Но и у нас не сахар. Нормально. Ну, несешь столько. Ждала. Хороший патрон. Так, продать. Видишь, блестят как. Все, убери. Это у нас что такое? Винтовочный патрон, разработанный еще до Первой мировой войны, производит... Ага. Так, нет, вот это тогда надо купить еще. Это у нас получается для этого. Герой, герой. Мосина. Конечно, герой. Ну все, погнали, что, помогать сейчас им будем. Так, что есть. Как бы, да, приятного аппетита, ага. Помогу. Не верещи, не поможет. Тут нет никого. Думаешь? Короче, протяло. Давай ты первый раз выиграл, а я пока на стрёме. Лобби! Давай, сука, разбегай ляжки! Понятно, не надо! Не надо! Слышишь, киза, что ты копелишься? Что ты для пацанов жал? Нет! Нет! Помогите! Спасите! Сейчас, сейчас, сейчас. Давай быстрее с ней, валить уже надо. Что-то она того, не того. Это ты перестарался, Стасок. Она вообще дышит? А я хер знаю. Может, давление ей еще померяешь там? Лежит тихо, и вот дышит. Ну ты как? Не, я со жмурами не это. Не настолько прижала. Сам давай. Ну, все, до свидания. Не успел я чуть-чуть. Эй, пацаны, вы там как? Справляетесь на? Ага, нормально они. Подсоби. Подсоби. Да, да. Вы чё, бля, увлеклись-то?
О, они так сильно увлеклись, что ты даже не представляешь. Косой! Вы, бля, где? Задолбали! Чё вы стремаете на? Алёна! Алёна! Привет! Вот как выявись твой Стас. Так. Угу. Такая же пимчика, как у меня, да? Бедная женщина. Ну, блин, я не успел. Чуть-чуть. Я думал, успею, но... Видишь, я хотел по-тихому, но как бы вот... Тому проблема. Чем тише, тем медленнее. Просто боялся, что они могут ее убить. Зато не изнасиловали. Все сразу обшмонали уже. Не, ну чисто. Так, раз. А маслята или еще что? Ну барахла вон у нас сколько, они чисто протыкают. Ну ты, бля, давай там суши тогда в темпе. Спокойно. Вы там на хате уже поляну небось накрыли. Ага. Шевели поршнями. О-о-о. Хорошо сейчас пошло, жив. Раз, два. Так. Я лучше посмотрел, как ее. Ой, понятно. Да, 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 я понял. Так, тут двое. Что тут? Оля, какой. Слушай. А, ну у меня такой же, только с прицелом. Бугор. Слыхали, лошьё? Вы мужики или бабы? Бабу не сказали, пока поберечь. А если мужики, то все, извиняем. Я мужик, а ты скот. Ах ты, сука! Так, один. Два. Мужик или баба? Блин, слушай. Но... Да в смысле не попадаю, эй? Не а в смысле? Да умри! Блин. Понятно. Толст по-тихому называется. Ну, сука, готовь вазелин, бля. О, погнали, все. Чё-то, пацаны, ваш вазелин не спас, да, вас? Посмотрю. Прижал. Ага. Да, в смысле, в голову же. О. Хватит тебя. О, давай. Все, все, сейчас подойду. Спасибо. Спасибо. Да, я зашел. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали все. Детишек, женщин. Кто живой остался? Бери оружие, все, что нужно. Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Угу. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша там. Не спеша. Понял. Парни, прилегли отдохнуть. Так, ага. Я вот только реально прикол не могу понять, типа, почему я его с пистолета не смог убить. А нормально то, что там как бы текстурок нет? Ну ладно. Так, вещи. Угу. Так, мы за ними сейчас пойдем. Вот единственное, что сейчас, наверное, надо будет назад отъехать, сказать этим, что типа все, все нормально, можете ехать. Подожди, а я здесь? А, ну да, здесь был. Все.
Думаю, блин, в смысле, что это такое? Ну что, ребятки, погнали. Давайте вперед. О чем мы как бы это? Проезжать не будем, да, я понимаю. Ну хорошо. Да эй, отпусти. Все-таки, наверное, надо будет Мосина брать за место чего-нибудь, не знаю. Потому что снайперка это нужная вещь. Так, значит, смотри, на них там ловушка. Помним, да? Ловушка, поэтому потихонечку там. Ага, классно. Я думаю, так пройду. Это достаточно будет. Так, вот все, нормально, поехали. Угу. Радиация. Подожди. Тут никак не пройти. Все-таки придется на дрезине дальше. Просто понимаешь, по-другому тут никак не пройти. О. Так. Значит, ловушка, да, у них тут? Ну, давай посмотрим. Так, спокойно. Здрасте. Я гляну на... Если не покажется... Значит, гнилая тема какая-то. Понял на... Мык нет он. Угу, тут. Понял. Свет выключаем. Проходи, проходи. Главное, чтобы он сейчас шум не поднял. До свидания. Так, тут один спит. Так, где в вагоне? Тихо. Так, один. Второй. Угу. Это как у меня, только он... Без глушака. Спокойно. Тут никого и ничего нету. Правильно? Правильно. Так, вон там один. Тут один. Так, а эти тут близко, если выстрелить.
все-таки, блин, громкий. Громкое это оружие. Нельзя его брать. Так. Опа. Так, один, второй. Спокойно. Ну чё? Б. Тихо. А обыскать их не хотим? Отлично. Так, оружие. Оля какой. Подожди. В принципе, у меня он все равно так себе глушитель. Нормально. Пойдет. Угу. Так, не забываем про ловушку. Угу. Это мозгой шустрить или реально свалить. Ну как бы, а ты что думал? А, я понял. То есть вот и с этот с глушаком. Окей. Вообще супер. Больше ничего, понял. Сколько я порезал, сколько перерезал. Пара-па-па-пам. Ну, бугор, ну, мозга. Завел бригаду, хрен знает куда. Где мы, где Ганза? Какие тут нахер караваны? Одни крысы. Тихо. Ребят, что у вас там случилось, правильно? О. У вас все нормально. Че вы кипишите? Ну, позырь. Как бы. Окей. Можете помочь там позырить, не? Так, их двое. Один, второй. Ага. Никого? Никого. В принципе. Типа, можно их сейчас вырубить, двоих этих. По-быстрому. Ага, он только один подходит. Пацаны, нашего завалили! Да ладно, спалил, окей. Так. Все? Ну, не получилось чуть-чуть без шума. Может, он умер, блин. Когда это? Каспал. Я тут при чем? Свалили. Ой, понятно. Лишь бы наговорить на человека. В принципе, свет уже можно включать. Так. Ну все, походу. Так, а теперь я не понял юмора. Типа, а где у них тут ловушка была? Свет. Хорошо. Мясник. Да, в смысле.
Но, как бы понимаешь, люди не умеют нормально спокойно жить. Угу. Хорошо. Сейчас давай. Я попробую вернуться, не знаю, сказать им то, что типа все нормально, можете там проходить все спокойно и нормально. На всякий случай. Может, поможет потом для хорошей концовки. Все, слезай. Угу. Понял. Тут хрен ты что скажешь. Мне кажется, на этой будет быстрее. Все, поехали тогда. Этим сейчас попробуем сказать. Получается, мне в любом случае их надо было бы убивать, правильно? Все, можете ехать еще. Че стоим, кого ждем? Эй. Дурачки, блин. Понятно. Только зря время потерял. Ну ладно, поехали тогда. Туда он заходил, нет? Что-то помню. Ну да ладно. Здоровчик. Привет, Фликс. Так, завести двигатель. Опа. Спасибо за подписку. Давай еще раз, хорошо. А, подожди, стоп. Я вообще не туда. Что я это? Дурачок какой-то. Стою, бьюсь. Так, чё, куда мне нужно? Угу. Так-то... всё-таки, я понял, да. Ну, не увидел, вот. Вот не увидел. Подожди, тут есть что-нибудь? О, аптечка. Сука. Блин, а мне использовать ее не надо. Обидно. Ладно, чё. Взял, получается, себе только стекло от противогаза испортил. Там что стоял, бился. Так, ловушка. Не забываем про ловушку. Давай слезем. Угу. Противогаз. Отлично.
и чистенький. И хорошо. Так. Ну чё, надвинули? Чё двинули? Куда я? Опуха ще на туре! На стрём! Бугор сказал, если шныря какого прощёлкаем, спросит как суп. Всё, мля, без базара, двинули. Ага. Сейчас вы двинете. Проходи, проходи. Чё за ботва? Чё за точила, мля? Спокойно. Отлично. Угу. И как бы хорошо, да. Так, подожди. Было патроны вообще, где их взял, серьезно? Так, проезд. Подожди-ка. Фига там. Ой, сука. Да в смысле, подожди. Реально тухлая тема. Блять, закрыто. Норы затыкать без толку. На сочи один хер прут. Так. Точняк, а выход на Венецию. Так, 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 так. Спокойно. Раз. Ну и как за поворот чисто зашли. Все, туши сверля, началось. Впереди чисто туман на какой-то. Только черный, сука, понял? Мы в него раз, и фонари все сразу багровая шляпа накрылись, сука, ты понял? Я пацанам чисто, шо за ботва, типа, вы тут как, чё, мля? Они такие, ну типа ништяк, но голоса, сука, стрёмные, будто не их. Ну так, типа, глухо, знаешь это. Я чисто такой, паса, давайте чисто заворачивать. А они мне такие, ни хрена ли, и тут зашибись. Стрёмно так, реально. Блин, там мы дохрена. Но я вспомнил, у меня-то чисто зажигалка. Я такой, чирк, а они, мля, сидят на полу, мля. Хавальники раскинули, и туман этот черный в них, мля. И из них, мля. И Зюрка Семецкий, не конфан. Слушай, может, даже успею. Подожди. Не убивайте! Ну-ка, слышишь? Все, спокойно. Так, а где девчонка? Женщина, все, убежала. Замечательно. Угу. Спокойно. О, нормально. Чисто, что там и бригадой ловить нехрен. А тут забывают типа. И вот спросишь чисто так, такого. Так, раз. Куда мля намылился? Говорит, позвали. Два. Хозяин позвал. И все. Кого так мля позвали? Полюбас хана. Его хоть веревкой к шконке прикручивай. А ну чё там, чё там? До свидания. Ага, еще один. Понял. До свидания. Хоть эту спас. Ну, блин. Я старался.
Так, хорошо, я понял. Ну чё, погнали? Чистим, чистим. Чистим, чистим, трубочистим. Угу. Походу, ничего интересного у них тут не будет, да? Вроде нету. Ну хорошо. Чё, погнали дальше. Опа, дело. Еще одна, да, заметочка. Супер. Подожди-ка. Ага. А вот ловушка. Так, ну все, по идее, зачистили. Можно теперь дальше ехать. Единственный вопрос. Вот тут ли безопасно? Так. Это кто? Ага. Понятно. Так, слушай, мне вообще сюда нет? Нет, значит, мне в тот туннель. Ага, тот туннель, да. Когда недостаточно фонаря. Ну блин, ну я старался то спасть, чё? Спасти. Чё началось? Я вообще пытаюсь всех спасти. Слушай, ну то пошло. Угу. Ну поехали. Начинает тут. Эту спас, эту не спас, блин. Кого хочу, того и спасаюсь. Подожди-ка. Можно вылезти? Угу. Потому что раньше эти рубильники были юзабельны. Ну, давай попробуем. Резинка доездилась? Или подожди. Ну, походу, да. Да. Угу. Да ёпт, еще один. Так, а вот сюда вот можно? Можно было бы, но нет. Он ползает. Газ. Сука, нельзя взять. Да, хорош там орать. Ей. Подожди. Ч?
Что-то я понять не могу, это вообще кто? Ни хрена не понял, но очень интересно. Как бы да. Тихо там. Спокойно, спокойно. Нормально. А вот это, по-моему, уже библиотекарь. Сука. С ним бы я вообще никогда не желал встречаться, серьезно. Это еще та живучая тварь. Патроны максимум. Так, а вот теперь я. Так сказать, не вдупляю, ну ладно. Сейчас типа отстреливаться надо будет. Окей. Жду. Тогда быстрее. Пытаюсь. О-о-о, еще не с первого раза убиваются. Так, подожди, а как там говорилось? Угу. Давай, давай, давай. Пока живу. Ты нормальный вообще? Вот поэтому я, в принципе, не хотел ставить прицел на калаш. Мужик, давай быстрее, пожалуйста. У меня патрон не бесконечный, знаешь ли. Немного, это сколько? Минуты 2-3? Нет, блин, всей компанией. Ай, у меня маска сейчас треснет. Все, это жопа. Ой, хорошо, я понял. Я, блин, больше за маску типа переживаю. Проблема как бы в основном в ней. Хочешь сказать, уже спалили? Все, погнали. Блин, как бы так встать? Чтобы, блин, не знаю, не достали. Слишком открытое место. Тут нельзя. Это тоже не очень. В принципе, можно встать у этого, у вагона.
Держусь, да. Бегун, блин. Да все, угомонись. Угомонись, тебе говорю, слышь? Дурачок. Ищи свет, серьезно? Не вовремя, ой, не вовремя. Свет, вот, блин, сейчас свет вообще подвел сильно. Хорошо, я тебя понял. Давай выключаем. И отходим. Может даже... А, то есть тут если спрыгнешь, то все же, я понял. Умно. Окей. Next. Давай. Да. Меньше слов. Ой-ой-ой-ой. Подобрался неожиданно. Ты давай поторопись. Давай. Окей. Бегу. Все, погнали. Да нормально что, ну? Нормально все. Да все изи. Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. Че, я думаю, может на этом закончим сегодня? Давай, наверное, закончим. Типа там, сколько? Примерно пол игры сейчас у нас. Примерно. Ну вот. Я думаю, успеем еще пройти. Вот. Так что, как бы да. Всем, кто приходил сегодня, большое спасибо. Подписывайтесь там. Это. Кто будет смотреть, да. На повторе. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну, а с вами был Нелапс. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.